Привет! Я думаю, что вы уже догадались, где мы. Мы в гонконгском Диснейленде. Конечно же, в наши планы входило обязательное посещение этого места, потому что, как-никак, у нас маленький ребенок. Да и самим интересно. Когда ты заходишь в Диснейленд, у тебя сразу автоматически настроение поднимается, потому что здесь такая мелодия веселая играет, фонтаны, люди. Атмосфера просто замечательная. Дом к Тарзану. Мы сейчас идем к нему пить чай и кушать бананы. We should take a walk someday, dream about what we could have been. But I don't wanna leave this place. There's no faith in Brooklyn. If I move out one day, it will make me a better man. Without your meal. Sushi for them bitches at the venue. Stop, drop, roll, continue. Cause they just trying to mingle, and I'm just trying to sing you a song. Самую крайнюю заключительную станцию. Отсюда отправляются на канатной дороге вагончики с прозрачным полом должны быть. Слава богу, мы успели. Будем ехать в кристальной кабине. Кристально называется, то есть полупрозрачный. Thank you.
надо было приезжать раньше, чтобы погулять, но мы вышли только что с Диснейленда, можно сказать, и решили уже, чтобы... О, здесь есть Subway. Subway. Люблю Subway. Короче, я люблю пожрать, вы уже, наверное, поняли, потому что я постоянно что-нибудь жру. Я жру чипсы, жру мороженое, потом худеть. Очень много лавочек, где продают всякую ерунду, всякую ерундовую одежду, ерундовые брелки, магниты. Очень красивые высокие здания. Мы направляемся на пик Виктории. Это самая знаменитая достопримечательность Гонконга. Я всем советую ее посетить. Я уже была на ней 8, по-моему, лет назад. И вот мы хотим еще раз сюда поехать. Там очень круто. Там же расположен музей Мадам Тюссо. Там открывается потрясающий вид на Гонконг. American. Мы сейчас ждем своей очереди на фуникулёр. Он поднимет нас на самый верх. Checklist. It goes, never meet a girl on Craigslist. And never spend your money on a necklace. 3 square meals, homie gotta have breakfast. Real shit, she be paying for the date. I be on my Will Smith, enemy estate. Keep my friends close, keep my enemies away. Like they on repellent, they so jealous. I'ma do shit to just piss them off. Say you never heard me, it's yo lost. They biting on my freestyles. They tell me make my money frontin' on that weed style. I tell them I be too old for it. And I gave my brother my ID. She independent, bet these bitches never find me. I hope they don't find him though, 'cause they be knocking on my door, now they looking through my window. Tell me what you really want from me. Point blank, no discussion. Close mouth, ow. I'll give it to you, no interruption. And tell me one time. Боже мой, она такая маленькая на самом деле. Я выше нее на голову. Посмотрите, Леди Гага. Shut it up, I'll give it to you, no interruption. In your home, oh. Вам еще сказать, я думаю, что вы все прекрасно сами видели, здесь просто великолепно, неописуемо, вид шикарный, аж кружится голова. Если вам нравится такого рода видео, то обязательно ставьте лайк, потому что мне тоже нравится смотреть про путешествия.